Святой Георгий считается покровителем мужчин, путников, воинов, защитником слабых и обездоленных. Этот праздник несет в себе символическое и даже сакральное начало. В том числе в каждой осетинской семье в эти дни звучат пожелания мира, добра и благополучия. И в кругу представителей всех диаспор, пришедших на этот праздник, тоже звучали только добрые пожелания. Мы в городе Сочи едины именно тем, что мы с глубочайшим уважением относимся к каждой, к каждому народу, к каждой культуре. И, конечно, к обычаям, традициям. И сегодня мы принимаем участие уже, ну я, например, 7-й раз в этом замечательном празднике. Днем Святого Георгия. Это не единственный праздник, где представители всех диаспор могут встретиться и обсудить городскую жизнь. Не так давно люди разных национальностей также поздравляли друг друга и желали всего самого хорошего на фестивале «Этно-Сочи» ко дню города.